Итак, контент предназначен для 16+. Никому не заходить. 15 лет уже нельзя. Только 16+. Я вас предупредил, смотрите сами. Итак, всем здрасте. Мы продолжаем играть в игру «Петля времени». Так, и что мы Фристад, сегодня... Фристад, Даунтаун. По этим тоннелям я могу попасть куда угодно. Ага. Понятно. Короче, что мы сделали? Мы нашли сейф, мы пришли к сейфу. Да. И ни хрен... О, это ж у меня только один пистоль. И ни хрена, короче, мы не получили. Так как Джулиана успела забрать то, что нам надо. И мы ее замочили. Да-да, мы ее замочили. Получили какую-то способность перемещения, но что-то ее, я смотрю, у меня нету. Я думал, она останется со мной. А нихера. Ой. Печально. Я реально думал, она останется со мной. А она не осталась. Это жопа. Это каждый раз... Получается добывать ее? Охренеть. И каждый раз оружие собирать. Каждый раз пробиваться туда? Все, я понял. Нету вообще смысла в этом. Хоть два раза прыгает, а... Хоть прыгает. Так. Что у нас там, ребят? Смогу я, тесно, замочить их? Одновременно, наверное, нет. Пистоль. Тут это. А, проще это. Тихонько. Отдыхай. Дробовик. Что тут? Хуйня. Что тут? Меня. Так, ладно, пошли, короче. Че тянуть яйца за хвост? О, ебать, яйца за хвост. Кто сказал? Давайте, народ, вы в одном шаге от самой крупной. Стелс, ёпта. Библиотеки. А теперь палец на спуск. Библиотека. Интересно, вот это отцепляется, не? Ладно, не будем проверять. Там никого. Угу. Никого ж никого. Где это? Штукенция. Не достаю. Оп. А смысл? Можно ж вот так вот. Ебать. Что-то я вообще тормоза включаю. Тут же можно лазить везде. Опля. Опля, пареньки. Мое сердце всегда было здесь. Мое сердце, говорит, всегда было здесь. Попался! Это была случайность. Все нормально. Так, все, здесь должна быть ПЗП. Ну-ка, чё? А где пушка? ПЗП. Протокол защиты. А, петли. Выдержка понятная. Любая роза не изучает наших нанесений. О, может, ты услышишь. Вот так я и разорву петлю. Короче, 8 человек, один день, по 3 часа на рыло. Труднее, чем кажется. Ты! Ага. А, ну ладно, а что делать-то? 8 целей, 1 день. Нам бы еще парочку кольтов, и можно устроить кольт-апокалипсис. А? Не, слушай, я ж тут ненадолго. А как ты сюда попал? Тебя же застрелили 2 петли назад, или 3. Покажи мне, я другой. Как? Слушай, нас тысячи, или даже больше. Но ни один из нас не дошел до конца. Ладно. Ты должен быть лучше всех нас. Для этого мало палить во все стороны. Но мне нравится ты палить. Ты должен быть умнее. Только так ты исправишь это.
это и это. Лучше бы Кольт Апокалипсис. Лаборатория Винзе. Найди резидуум. Он упростит тебе жизнь. Но не хочешь — не упрощай. Дело твое. Большой уже мальчик. На что ты смотришь? Почему ты... Вот сволочь. Ладно. Погнали. О. Лаборатория Винзе. Каждый раз... Написано, что это в комплексе. Можно оттуда и начать. Ага. ПЗП не пушка, это... Ага, понятно. Какое-то мероприятие должно быть лучше, чем оружие. Конечно, конечно. Конечно, оно будет лучше, чем оружие. Закройся. Мне не нравится запах окна. И ты закройся. Так. Книжку я прочитал. Что дальше? О, пушка. А, это смена. Вот это. О, годится. Щелк, щелк, щелк. Ух, так мало патронов. Не кто понял. Она? А это было? Лайла. А что ты все читал уже? О, патроны. Хватит патроны. Мне патронов. Хватит мне патронов. Не хватит нихера, закрой. Свежий воздух вредит. Где еще? Тут где-то что-то ж было. Сейчас еще. А, не вот. Надо. Ну, не жадничай. И все. Вот это оно. Годится. Теперь интересно. Так. Это закрыто. Ни к чему. Но... Так, ладно, куда нам? Карта есть? А как карту открыть? Управление. Клавиатура. Приложение. Ускорение. Вверх-вниз. Использование удар ногой. Удар ногой. Мачет. Ага. Прикольно. Не понял, что неужели карты нету реально? Тихо. Перенятно. Тихонько. Чуть не обосрался. Да чё? О! Ага. Ага. Теория хаоса. Ущербный сигнал. Это что можно ставить? А, я думал, там можно ставить, типа... Как задание ПЗП, это понятно. Оружие. Хорошо. Найдите материалы. Венс. За... Это ж сюда мне надо идти, правильно? Текущее задание. Зацепки. Да, это текущее задание. Или нет? Зацепки идеолога. Что-то... Подожди, ну вот, да. Понятно. Отложилось хорошо. Ага. Понятно. Ясно, понятно. Ладно, побежали. Толку все равно тут ничего нет никого. Просто надо бегать, да и все. Да все нормально. Не обращай на меня внимания. Занимайтесь своими... паскудными делами. Прямо как тогда в этом. Да, именно в том. Как его? Угу. Выйти. А если я переключусь на другое? Где оно было? Вот это, а это вот это. А, вот так, во. Это ж туда же, правильно? Это там же, да. Это там же. Разобраться с Егором. В любом случае выйти. Хуяк. Не понял. Этого не было. Да это понятно. Да это ясно.
Замочу, убью. Ого, сколько написано. Егор. Егор. Егорчик. Да что такое? Везде ноги. Нигде она. В туалете, наверное, сидит. Ну. Ух, как она громко. Так, разобраться с Егором. Понятно, найти материалы Вензе. Ого, тут ни хрена себе, сколько всего, блин. Разорвать петлю это само собой. Вторжение в игру Чарли. Тоже. Вторнуться в игру Чарли, ладно. Укокошить. Хрет. Что, мне кажется, каждый раз все больше и больше заданий появляется. Короче, суть в том, что протокол я себе живу. Протокол защиты петли. За сложными словами простая истина. Если я убью всех идеологов, то разорву петлю. Точка. Я знаю, где их искать, но перебить их всех будет посложнее, чем просто выследить. Но ничего, я мужик упертый. Угу. О чем это я? Сбил. Хорошо, я вас понял. Окей, да. Поставили, выделили. Теперь оно выделено. Сейчас понял, прежде вы. Вы уже бывали. Полдень. Ага. Понятно, каждый раз получается. А, это удерживать надо. Капец. Так. Получается это сюда, правильно? Мне надо убить ее. И сюда. Найти материалы Винси. Хорошо. Вензи. Вензе. Ёлки-моталки. Так, пушки. Пушки-хуюшки. Давай, так, у нас что у нас? Что? А чё я сразу не поставил это, не понял. Вы еще быстрее убиваете голыми руками. Ну, а чё я изначально это не поставил? Не понял я. Вау! Это откуда? Золотой. Слышь, я что, подбирал его? Давай возьмем. Нормальный такой пистоль. Ага. Вот так. Не? Ничего нет. А откуда такой пистолет? Ничего себе. Тут тоже ничего не могу, да? Да, ничего не могу. А это нельзя поменять? Хват правой рукой. А что, не поменять? А, крутить вот. Вот так. Все, да. Вот это надо... Не, ну это обязательно. Без дробовика никуда. Так, а поставьте мне дробовик. Местами поменяйся. Убрать, как убрать? Дел. Убрать. Вот это вот. Дай, иди отсюда. Ай, да чтоб тебя. Ты сюда, а ты сюда. Вот так, во. Все, поехали. Так, там получается, убиваем одного идеолога, да? И
Что там дзе? В дзе. Что-то мы там делаем. Короче. К названию. О, два задания, больше двух зданий. Обожаю этот момент. Ой, большой там. Шаг, Кольт. Ты точно готов? А что я теряю? Ну, если погибнешь, потеряешь оружие. А добьешься своего, тогда сохранишь. Да я всегда добиваюсь своего. А как, говоришь, не потерять оружие? А, так инфузия же. Ты не за этим сюда пришел? Другой я велел сюда прийти. Ты тут не единственный, у кого много я. Просто к сведению. А если я добьюсь? Ага, если. Удачи. Видать, инфузия и правда крутая штука. Это получается, что типа, если я потеряю оружие... А могу не потерять оружие? А как не потерять оружие? А чего она не сказала? Тихонько. Херакс. Все нормально. Кто еще? Есть кто-то еще? Наверху есть кто-то? Тут никого. Ага, там нельзя. Я понял, так вот кнопка, нажми на нее. В чем проблема? И это закрыто. Так кнопка, шлепты. Куда она ведет? Туда вот вверх. Прикольно, обоссаться можно. Профессионал патриот, ёпты. Ля, и тут закрыто. Так вот же кнопочки ж. И для чего это вообще кнопки? Шо? Ночью надо приходить. Мне и так прекрасно. Да, замечательно. Только с собой нельзя взять. Может, наверху можно залезть? Еба, и наверху нельзя. И тут ничего не сделаешь. Ебануться! Я теперь понял, почему она говорила, потеряешь, блядь, оружие, умрешь, блядь. Ёпарасы. Ты что, тут у нас? Это пиздец. О-о-о-о! Тихо. Тихо. Вы, блядь, не обречены, да? Это жопа. Пизда. Вот это жопа. Я думал, то не сигнализация. Я думал, то вообще этот сам. То оказалось сигнализация. Ух, ну я быстро вылетел оттуда. Просто молниеносно. Так, ладно. Ты чё там, где ты есть? Стоять! Блядь, да подожди. Сейчас съебалось. Так, ладно. Где? Чё, если ты перемещаешься? Я с тебя в шоке. Шаке. Так, а теперь вот эту. Да ну тебя нахуй, хорош, блядь. Угу. В любом случае я призову, получается, к себе. На, блядь, не? А чё я, ебать, я ебанашка? Тут дохуя. Слышь. Годится. Так, сейчас. Все, нахуй. Еще есть? А че, блин, вот это я. Рахит.
честное слово. Это ж получается вот так вот открывается, правильно? Да, не, нихуя. И тут нигде ничего сделать не могу. Хм. А ну, а внизу? Да. Тут он показано что-то. О. Активировать. Больше нету? Шмяду. Не понял. Ну, нахуй. Да вообще уже насрать. Чё, закройся. Ни к чему. Сейчас не надо. Ладно, день первый. Первый день. На этой кассете я веду записи о своем первом... А, черт, мне надо переписать. Мой путь в первый день. Нужно выровнять все звукоуловители VF-22. Это просто заводской брак, моей ошибки тут нет. Измерения должны быть идеально точными. Если моя теория верна, а я почти в этом не сомневаюсь, я смогу преодолеть пространство и время и обратиться к будущему. Ладно. Нихуа-хуа. Массив Б в зоне 2. Затем в районе полудня я прибуду в массив Р в зоне 1. Затем пройду вдоль разлома и днем вернусь в массив Ж в зоне 2. Так, мне это прочитать или можно своими словами? Нет, нет. Нужно, чтобы ты сказал именно так, как написано. Текст утвержден. Слушай, я не оратор. Твои военные заслуги многое... Это нам пригодится. Ясно. Понял. Начнем, когда скажешь. В сегодняшних обстоятельствах программа ИОН... ИОН. Что-что? Там не И, там Э. ИОН. ИОН, как Гондон. Правильно? Очень смешно. Ладно, ясно. Я готов. А мы что, еще пишем? Сейчас. В сегодняшних обстоятельствах проект ИОН... Программа, не проект, программа. В сегодняшних обстоятельствах программа ИОН предоставляет... Представляет собой. Да кто ж это писал? Будильников не мере. На сегодняшний день ИОН это единственный шанс на спасение. Вступайте и станьте резидентами. Давай перерыв. Понятно. Я не любитель почитать. Что это? Чего он так гудит? Там а чё нельзя? А я ж получается, если возьму, да? Я ж не выйду с ним. О, вышел, нихуя себе. Годится. Пошли. Тут где-то был чувак. Куда он убежал? Так, ладно, мне не туда. То я так буду бегать слишком долго. Ты. О, видал? Видал? Тихонько, ёпта, ты чё? Я шутил. Так, ладно. Раз. Перебежками. Ну... Неужели? Так. Сюда. Что? Анус Мунди, ну ты даешь. Ага, там меня могут пофиксить. Поверху давай. Эй, блять, башку уебался. Не достает. Ты? Да хорош. Да... Сейчас я довыебаюсь.
блин. Я не понял. О, не прыгать нихуя. Подожди. Опа. Годится. Один, второй. О, чё она там два раза не прыгала? Спокойствие, хоть на миг. Так. Тихо. А если я поставлю? Чего? Что это такое? Что за дела? А, он даже так. Скейт открыть. Так а не было ж. Или это я вошел? Ебать, это за хуета. Я думал, это турель. Нейтрализатор поля, я хренею. ВФ-1А блокирует эффективное силовое небольшого вопроса. Так, в том числе они блокируют репризу. Кольца, которые нам понятно. Нажмите, чтобы взять нейтральную. АФ. Все по-русски прикольно. Где его можно перемещать, то сюда, это понятно, при переносе устройства нажмите А, чтобы это понятно, держите, чтобы установить, нажмите сюда, чтобы бросить. Все. Всякий раз, когда установка блокируется действующий стил, его батарея разряжается. Ага, вот так вот они тогда могут взломать с помощью значения, это понятно. Вина, говно. Я-то думал нахрен. Так, ладно. Где там наш? Деактивировать. Взять. О, пульки. Залезли. Сели. Херакс. Установили. Вот это то, что я хотел. Все? Нет, не все. Все? Отлично. Это интересная штука. Ага, о, у меня ж там как раз это ерунда. О, это я сюда зайду. О, отлично. Ну, не жадничай. А что там никого нету? А, вот он. Сейчас. Подожди. Подожди пока тут. Подожди. Оп, все нормально. Все хорошо. Что это такое? Че ты? Ага, там тоже. Ищи. А, там даже кто-то есть. Да что такое? Успокойся. Так, тысячу извинений. Это я могу сюда зайти, взять этот самый кумпол тут и прибежать туда. Поставить, только сейчас я не буду это делать. Получается, я сейчас сначала зайду туда, а потом я уже пробегу, заберу
тот ядро какой-то, вон еще чувак. Ничего себе. Со снайперкой. Пробегу, заберу, получается, да? И, короче, будет отлично все. Где мой дробовик? Ой, ой-ой-ой, не смотри на меня. Я стесняюсь. Извини, я не хотел, честно. Честно-пречестно. О, життя. Життя це моє. Хватит мне патронов. Шо? Вензе не одна. Опа. Ожидаемо. Легко не будет. 80%. Потери 20%? Принести сюда колбу из комнаты управления... Подожди, я должен замочить их? Резидуум исчезает во время перемещения. Это понятно. Но куда? Создание бред... Это закрытая лаборатория. Да иди на. Я не понял, откуда свет? Сразу теперь я с тебя глаз не стыб. Пускай не по науке, зато эффективно. А он еще две? Еще? А ну, ой, ой-ой-ой, ой, блядь. Да ну нахуй! Сука, не то пальто. Можно открыть? О, даже так. А, чего? А? А? А, чего? А? А чего? Короче, где вы там? А ну закройся. Берем. Вот здесь же можно, правильно? Вова. Сюда его поставить. Откройся, сейчас я тебе. А, вон вы где. Так то хуйня, ёпта. Сама идея идентичности очень непростая. Так вот. Сюда нельзя, туда нельзя. Сюда нельзя, вот сюда нужно. О, еще одна полетела. Годится. Еще две осталось. Не помню, они перемещаются как-то, блядь. Че за... Ля, сколько их? Ты простая перемена. Простая, предсказуемая и управляемая. Поехали! Осталось 10. 10? Хрена себе. 10, блин. Вот это ты парень. Ой. Вот ты чё, блядь. Сейчас будет меньше. Их осталось 8. Нихрена себе ты мощная, блин. А-а-а! Ты падла вонючая. О, что-то подобрали. Ага. Попробуй выживи, бля. Перезарядка. Давай, давай, давай. Есть контакт. Так, життя. Життя це моє все, я же говорил. Годится. Все нормально. Пистоль. Патрончики, патрончики. Тут там закончились. Еще годится. Ой, как хорошо. Ты вообще видел это? А так переключить? Еще одна! Осталось 5! 5! Ни хрена себе, с дробовика ты. Иди в пизду. Где еще?
Еще одея, блин. А как переключить? На этой, блин, не помню. А, о. Ага. О, годится. Так. 8 патронов. Ёпта. О. О, у меня 6 этот. А, нету у меня. Печально. Я думал, я брал его. Гвозда этот. Гвозда пулемет этот. Так, тут. Мне надо. Сюда, сюда. Хорошо. Ага. Годится. Ну, смысл, я уже набрался. А, еще что брала? О-о-о, не полная была. Так, потрошки. Перезарядка. О, еще потрошки. Давай, давай. Все, годится. Что там? Там, 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 там у нас ничего интересного. Здесь ничего интересного. Так, подожди. Ага, собирается сюда, вставляется сюда. Ага, интересно, интересно. Все, я прочитал. Ага. Значит, я убиваю всех в НЗ, потом вот этой штукой собираю весь резидуум, чтобы запустить ее машину. Ну что, mm-hmm. Разумно. Отлично, а взять? Это ж, ага, вот оно. Ага. Ага. Так, пятерка. А как бросить, отпустить? Вот как. Ёпрст. Да? О, бля. Надо было изначально сюда. Ля-ля. Сюда идти, брать эту ерунду. Бля. Какой ужас. Он о, меня. Собрал что-то. И там будет скучно. Наши полевые. Так, а... Не понял, я ж наверху был. Нихуа-хуа. Неожиданно, однако. Ебать. Это вообще сейчас как-то неожиданно было. Охренеть. Это плохо. Я как-то не ожидал. Как у меня дитё говорит, не ожидал я. Вот это я явно не ожидал. Ну, как это сюда. Так, подожди. Вот это уже плохо. Это мы сейчас вниз идем. Блять. Я не пойму, вот это мне. А где оно делось? О, разговор. Наблюдение по результатам объявлений этого утра. Заметное улучшение. А где оно? Я думал, оно появится. Оно утонуло. Становятся очевидными два факта. Первое. Петля действует уже какое-то время, и они сохраняют память о каждом цикле, в то время как остальные. Да ёбана в рот! Каждый день делаем одни и те же выводы. И далее мы стремимся к сохранению. Да что такое? И памяти для нового цикла. То есть... Сука, ну соберись. Хотя мы и можем сохранять эти сведения, мы, очевидно, повторяли первые этапы исследований неоднократно, не делая открытий. Ну вон она. Очевидная мысль. Или это я? Наверняка мы так уже делали. Это я, походу. Ничего не дало. А что если я? И эти сомнительные эксперименты с инфузией резидуума, которые помогут сохранить брелоки между циклами. И если мы научимся сохранять брелоки, сможем сохранить у себя. Так, тихо. Тихо, тихо. А где эта чепуха, блин? Где она делась? А там где-то, наверное, осталась, да? Ладно. Ой, блядь, не туда. Вот это вообще нежданчик.
Два раза не учусь на ошибках. А где? А как теперь взять ее? И чем я могу собрать теперь? Две заперты, отойди ты в попу. Может где-то еще есть? Где этот пылесос, елки-палки? Отсюда нельзя его взять? А его тут и нету. Так а что теперь делать? Не понял. Опа! Чувак! Точнее баба. Да стой, остановись! Ааа, блядь! Лучше прицеливаться, наверное. Вот это пистоль. Похож чем-то на немецкий. Ебать вас там. С пулемета, видишь? Ого, нет, так дело не пойдет. Вот это. Это хорошо. Это прекрасно. Это замечательно вообще. Два патрона. Ой, хорошо. Так, это есть на попе шерсть. Сейчас пусть перенаряжается. А, так у них одинаково. Ууу, не, это херня. Я что одно. А, не, а если вот так вот сделать? Теперь разместить. Он убьет ее? Нет, не убьет. Как мне уйти? Это одна. А, это одна. Патроны, патроны. О, а это что такое? Еще что-то новое. Слышь? А, это, наверное... О, кот. Вот. Вензе, заметки к сегодняшнему эксперименту. Первое. Из-за предательства Кольта я дала системе безопасности доступ к герметизации. Стерилизация запустится, если предатель окажется на территории. Второе. Согласно закону вариативности Эванс, коды безопасности на разных временных прямых могут находиться в разных местах. Мои в нижней секции лабораторной пристройки. Угу. Угу. Твои коды в нижней секции лабораторной пристройки. Хорошо. Да подожди. Ой, еще. Баллистическая турель. Баллистическая. Ладно, одну возьмем. На нижней секции пристройки. Интересно, а эта пристройка считается или нет? На нижней секции. Да тут еще где-то ниже есть. Или это... А, это, наверное, вот это считается. Нижняя секция пристройки. Як? О, можно открыть. Сейчас, подожди. Ти-ти-ти-ти-ти. Чё? Если расчеты верны, тогда петлю можно поддерживать тысячи лет. Аж. Сколько уже прошло? Последнее! А теперь как тебя собрать? Там сейчас стрелять меня будут. Шо? Ну, сенсор, да. Это понятно. А чё? Все, тихонько. Все нормально. Это ложная тревога была.
И вот я понимаю, что мне надо ее собрать. Но как? Будильник прикольный. Но как? У меня нету этой ерунды. О, нижний сектор, сейчас посмотрим, код должен быть. Где взять теперь эту чепуху? А? А тут есть что-то? Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Получила приказ создать автономную термодинамическую систему, которая позволит обуздать излишки энергии, производимой аномалией Черного Рифа. Я разобралась с принципом работы антенны стабилизатора и заставила ее улавливать и направлять на ядро энергию аномалии. Мы с идеологами расположились в центре ядра стабилизатора, и благодаря этому я сумела направить энергию аномалии прямо на нас. Теперь мы балласт. Идеологи и есть петля. И я могу испытывать феномен окна, не подвергая программу опасности. Если мы будем строго соблюдать протокол, чтобы избежать катастрофы, мы сможем наблюдать ежедневную перезагрузку петли в течение примерно 13 562 лет. Черт. Ебать. Жаль, я закрою программу через 50. Это будет моя последняя запись перед запуском петли. Осталось меньше часа. Первый день. Текущее время 23 часа 42 минуты. Дата... Пофиг. 63-й год. Ага, вот он код. 67-43. 67-43. 67-43. Ага, это не то. Понятно. Значит, это там получается. Туда мне не попасть. О, там что-то мигает. Как сюда попасть? Ладно, начнем время. Так. 67-43. Главное не утонуть. А-а-а, чтоб тебе. Где код надо было применить? Я забыл. Блин, забыл, прикинь. Подожди. Там? А что там у нас? Там. Там. Не, где-то тут. Где-то там. Ебать, как я мог... Что за? Что это? Блять, туда же прибежал. Молодец. Далеко пойдешь. А это что? О. Опля. Что не заметил. А вот еще одна. Годится. Код куда-то применить, е-мое. Да ёпрст, это шо ж такое, а? Это ужас, забыл. Забыл, куда применить код. Ёлки-палки. Знаешь, что надо применить, да 67-43 даже запомнил. А куда именно применить, не помню. Хе. Вот это да. Ой-ой-ой-ой-ой, как я так... Блин. Реально трындец. Где? Куда его надо применить? Сушваль. Мне еще там надо идти, туда. Туда надо сходить еще. Подожди. Подожди, я сказал.
Зал, подожди. Где-то же здесь должен быть. Может, тут где-то? Вверху. Все, пизда, я забыл. Я реально забыл. Подожди. Применить код туда-сюда. Бля, пизда. Может, там внизу надо применить? Вот сюда, наверное. Где-то. Вот сюда. Не? Нет, нихуя. Это понятно. А где взять эту колбу теперь? Блин, колбу проебал. Где код применить? Забыл, нахуй. Это вот это специально, чтобы каждый раз возвращаться сюда. Зачем? Смысл? Я не пойму. Мать его, шлёп называется. Что здесь ничего? Блин, да как так? А, что у нас там? А, вот там он, во. Бля, вспомнил. Вот здесь он же. Ёпты, блин, если бы не попало бы. Охренеть. Так. О! А для чего это? Херакс использовать. Кнопочка. И шо? Ну ладно. Хрен с ним. Это, скорее всего, наверное, в будущем пригодится. Ну и хрен с вами. А где ж... А где колбу взять, а? Больше колбы нет, да? Мне и так прекрасно. Да, понятно, тебе вообще кайфово. Не ты ж играешь, я ж играю. Нету нигде колбы. Ладно, так, не утонуть. А может... Главное не утонуть. Сейчас тихонько. Так, 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 так. Тут нету, не? И... Ладно. Нет, так нет. Так, я хочу сейчас туда проверить свою маленькую теорию. Тихо, 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 тихо. Это ты зря. Это ты зря. Да тут можно еще. Там нельзя. Так, главное не сдохнуть, да, правильно ж? Я так понимаю. Да, главное не откинуться сейчас. 5, а чё 5 так мало? Так, мне надо взять... Мне надо взять, получается... Вот ту херню, которая там вверху. Там их трое будет. Я блокирую, они потом... Набегают на меня. Блин, это опасно. Сейчас не надо. В плане то, что осталось у меня мало... О, годится, это хорошо. Слышишь, а можно ж пару турелей взять, да? Да, сейчас. Сейчас немножко небольшую схемку сыграем. Что? Давай. Давай, давай, заклинило. Да я понял, я нажимаю. Это еще херня переживается. Ну и? Че, где? Есть-то? Есть-то еще? Вроде никого. Откройся, ее. И активировать. Взять с собой. Ха-ха-ха-ха. Вот эта тема. Не понял.
Так тут же была эта штука. Она же должна была быть тут. Это ж петля времени, должно было все восстановиться. Алло! Алло, бля. Что ты меня вообще сейчас застраиваешь? Не понял я. Да выкинься нахер. Надо же активироваться на всякий случай. Ты что, в воздухе? А не. Показалось. А мы... Да как так-то? Погоди, ни хера не понял. То что выйти? Нет, вернуться. Что? Вернуться новый миг. Не, подожди. А вон колба какая-то есть. Все равно не работает. Так а эту колбу взять нельзя, да? Блин! Да сука, что ж такое, а? Все как-то не фартит, ладно. Хрен с ним. Я вообще расстроен, капец. Капец. Так а ну откройся. Шо, меток много? Это шо у нас? Киоск, это понятно. А, так я их скрыть не могу. Весело, блин. Как все запутано, да? Блин. Там нету ничего. Ну как так-то, а? Это просто пердец. Я расстроен, да. Ой. Вы утонули. Самое больше обидно, что я утонул. Честно. Ого, насобирал. Неплёхо. Да понятно. Да отъебитесь, блядь. Ничего. Вот так вот. Вот так вот. Чтоб не нервничал, называется. Тут ничего, тоже ничего. Подробно, прикольно. Да, ясно. Так, это у нас шо? Вы еще быстрее убиваете головной рукой. Это херня, в принципе, честно. Я и так убиваю, какая разница. Вы собираете огромное количество резидиума из всех источников. Толку. Прыжок надо. Прыжок интересно. Вы наносите и получаете меньше урона. Вот это хорошо. Вы наносите больше урона атакующего противника со спины. Нахер. Кучность стрельбы. Нахер. Так, блядь, дробовика разлетается. Дружелюбные турели. Что-то нейтрализуется по близости. Статического вещества не смерти. Ладно, похер. Вы наносите еще больше урона, когда у вас мало здоровья. Вообще, что попало. Понятно, вы взламываете хорошо. Кучность стрельбы. Это та же самая хуйня, Диана. Да. Это то же самое, это то же самое. Да? Да. Это то же самое.
Я думал, жизни дадут где-то. Так, ну ладно. Тогда давай кучность стрельбы. Да. И... Вот, собственно, еще больше расстояния. И, наверное, вот это. Нет. Вы собираете огромное количество, понятно. Вы еще быстрее убиваете голыми руками. Но я здесь не хрена. Давай от этого. Значит, я прыжу. Ой, прыжу. Вот так вот, да. Ладно, пусть будет так, хер с ним. Выбор задания. Ветерная черная рифа. Мне при помощи не получишь, когда... Синие друзья... I like it. Так, ладно. Карлова бухта с восемьдесят. Вот тут вот надо, да? Сюда. Вот это вот тут. Включить метку. Отслеживать этот... Какая разница? Так это ж Егора есть, да? Ну, Егор, правильно. Тю. Ладно, давай это. Не, давай это. Все, поехали. Сколько мы там уже времени? Это все из этого долбаного числа, блин. И толку, я ничего не получил. Может, это все-таки что-то открылось? Ладно. Может, еще раз хочу послушать запись, потому как дело-то серьезное. А что? Да не, просто удивилась. Могу увидеть что-то лишнее? Конечно. Ужасно боюсь, что ты найдешь тут лед. Неплохо еще бы виски найти. Видала я и такое. Ты ужасно скучный, когда надерешься. Я охренею. Ладно, сегодня закругляемся. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, жмите на колокольчик. Все, всем пока.